Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня у нас приложение для чистки от мусора вашего Android устройства, приложение от Avast. Поскольку данный производитель хорошо себя зарекомендовал в разработке приложений как для персональных компьютеров, так и для мобильных устройств, есть там Avast Mobile Security, очень интересное приложение, у меня есть обзор. Сегодня мы рассмотрим чистильщик от Avast. Скажу сразу, что приложение довольно таки интересное, но перед использованием необходимо сделать дополнительные настройки. При первом запуске у вас будет произведен анализ хранилищ и будет предложено сделать на выбор быструю очистку или же расширенную очистку. Для всех чистильщиков существует такое важное правило, что никогда не делайте безопасной быстрой очистки, предварительно не заглянув в настройки данного подпункта и не рассмотрев его функциональности, потому что по умолчанию безопасная вот эта быстрая очистка, она может удалить АПК-файлы, которые вы там забэкапили и храните на своем смартфоне для дальнейшего использования. Поэтому всегда старайтесь перейти в настройки и посмотреть, что предлагает данное приложение по быстрой расширенной очистке. Вот так выглядит интерфейс настроек, то есть удалить в рамках безопасной очистки миниатюры, системный кэш, АПК-файлы, вот то, о чем я говорил. То есть если здесь будет стоять галочка, завыкапленные АПК-файлы, которые находятся на вашем Android-устройстве, они будут удалены. Желательно эту галочку снять. Остаточные файлы тоже здесь необходимо поставить галочку. Всегда после удаления приложения они оставляют там использованные, неиспользованные папки, какие-то файлы. Поэтому, если вам будет предложено удалить остаточные файлы, то здесь можно поставить галочку. Уведомления. Ну, об уведомлениях здесь все понятно. Если вы желаете не вручную чистить смартфон, то вам будет показано уведомление, что вы там давно не чистились, и желательно сделать чистку. Есть возможность перед очисткой сохранять файлы в облачное хранилище. То есть, если вы воспользуйтесь облачным хранилищем, пока это только Dropbox, то перед очисткой все файлы будут сохраняться в облачном хранилище, что убережет вас, если вы все-таки случайно удалите что-то ненужное. Поставить галочку «Передача только при подключении по Wi-Fi». Здесь почему-то интерфейс такой не очень в данном варианте продуманный, но на планшетике видно, что здесь показано только по Wi-Fi. Если снимете галочку, то файлы перед очисткой будут сохраняться и при мобильном подключении. И, как всегда, я ставлю галочку «Просмотр расширенной очистки» и «Просмотр безопасной очистки перед удалением». То есть будет показано, что удалится с вашего Android-устройства после того, как вы нажмете подкладочку «Безопасная очистка». Есть подпункт очень интересный и довольно-таки применяемый всеми, кто хочет контролировать свое устройство, это расширенная очистка. В данном подпункте вы сможете просмотреть, где именно есть лишний мусор. Будут предложены категории приложения, носители, файлы, данные приложения. Здесь также есть подкладочка «Настройка облачного хранилища». И сейчас посмотрим, что предлагает расширенная очистка. Вот она показывает приложения, которые установлены на вашем Android-устройстве, и отсюда же не использовавшиеся в последнее время, и вы можете отметить, удалить данные приложения. Допустим, какое-то приложение висит, и оно давно у вас не использовалось, вы забыли о нем, там скрыли иконку, то вот эта подкладка поможет определиться все-таки со всеми установленными приложениями и освободить место во внутренней памяти вашего устройства, тем самым расширив внутреннюю память. Далее, носители, будет показано все файлы, которые находятся у вас на SD-карте. Если вы часто смотрите фильмы, всевозможные картинки, все будет отсканировано, и эта подкладочка поможет вам избавиться от файлов, о которых вы, допустим, забыли, там, я не знаю, или надоедливые старые картинки, которые там висят в галерее, то есть все отсюда можно будет удалить. Подкладочка «Файлы». Ну, здесь общее подменю, которое выведет все файлы. Конечно, здесь огромное количество всевозможных файлов, поэтому, если возникнет желание, то можно будет ковыряться.
и данные приложений, то есть приложения, которые имеют большое количество данных. Вот поскольку у меня сейчас установлены приложения от Microsoft, которые я использую, будет показано, какие приложения имеют большой объем данных, и если вы не используете данное приложение, то его можно будет удалить. В общем, по расширенной очистке здесь, да, вот можно задать сортировку по размеру, сортировку по имени, по расширенной очистке понятно. Что хочу сказать, что довольно-таки непростой, вернее непростой, а неплохой чистильщик, который поможет вам своевременно контролировать оставшуюся память, контролировать наличие мусора и чистить свой смартфон для того, чтобы как-то сохранить внутреннее хранилище и обеспечить себя достаточным количеством памяти. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!